Пасля няпростага аграрнага года можна адпачыць, ды падстава для гэтага на тыдні ёсць. У работнікаў сельскай гаспадаркі перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу прафесійнае свята. Дзеля таго, каб павіншаваць іх, старшыня лідскага райвыканкама Сергей Ложачнік перапыніў працоўны водпуск. Па-першае, для яго гэта свята асаблівае. Не адзін год ён аддаў перапрацоўчай прамысловасці. Па-другое, не сустрэцца напярэдадні свята з прадстаўнікамі галін, ад якіх залежыць харчовая бяспека краіны, і не павіншаваць іх асабіста ён не мог. Сёлета аграры Лідчыны з палёў сабралі нядрэнны ўраджай. Валавы збор зерня з улікам зерня кукурузы склаў каля 60 тысяч тонн. Добра выраслі рапс, бульба, цукровыя буракі, агародніна і садавіна. Дзякуючы працаўнікам вёскі і фермерам, мы маем, як кажуць, і хлеб, і да хлеба. Знак единства, процветания и пожелания счастья мы вручаем этот хлеб, символ урожая 2021 года, Сергею Васильевичу, главе нашего района. Добра папрацавалі работнікі перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу. На яе прадпрыемствах у Лідзе выпускаюць муку, макарону, хлебабулачныя, кандытарскія вырабы, харчовыя канцэнтраты, малочныя прадукты, камбікорм, квас і розныя напіткі. Штогод яны асвойваюць новыя віды прадукцыі, запатрабаваныя як у Беларусі, так і за мяжой. За прафесіяналізм і нялёгкую працу кіраўнік раёна падзякаваў усім, хто мае дачыненне да сельскай гаспадаркі перапрацоўчай прамысловасці. Хочу паблагадарыць вас всіх за вот тот самоотверженный труд. Вы в других условиях находитесь сегодня. Других, чем на таких крупных промышленных неких предприятиях, где все, как говорится, по графику, где продукцию можно положить на склад. Я их тоже не умоляю, не на минуту труд, но ступица выточенная для комбайна может приезжать там не кручать, да? А сыр произведенный, которому срок годности, или там напитки наши, по-другому получается. Поэтому право на ошибку, кто его знает, у кого как. Но за этот рынок нужно стоять просто огородом, профессионализмом, самоотверженным этим трудом, который у вас у всех есть. Льняная отрасль у нас сегодня представлена тоже в Лиде. Слабо в магазинах, конечно, есть, но вместе с тем, я думаю, что ближе появится. Я недавно узнал, что нашему предприятию лакокраски необходимо порядка 15 тонн масла на ново для производства краски в месяц. Чего не расширяться? Пожалуйста, земли хватает. Сегодня наше предприятие «Лидское пиво», да, оно в Уминске уже занимает практически 50% доли рынка. Это же говорит о высоком профессиональном подходе к делу и производству, и реализации продукции. И только вперед. И мы все сделаем тоже для того, чтобы дорожка уже была протоптана. А если не протоптана, то направление уже будет понятно. Дорогие друзья, желаем крепчайшего здоровья. Помните и понимайте, насколько важен труд каждого из вас. И желаю вам успехов. И желаю вам хорошего заработка, понятного урожая. Чтобы процессы были управляемые. На ўрачысты прыём у Палац культуры былі запрошаны звыш 60 чалавек. Гэта былі і кіраўнікі арганізацыі прадпрыемстваў, і простыя працаўнікі, якія на сваіх працоўных месцах уносяць уклад у развіццё Лідчыны. Старшыня лідскага райвыканкама і старшыня раённага савета дэпутатаў знайшлі цёплыя словы для кожнага, незалежна ад пасады. Беларусь занимає 23-ю позицію з 116 стран іменно по темі продовольственной безопасности. Это результат вашего труда. Спасибо вам. Я хочу пожелать, чтобы были силы и энергия на каждый день. Психологи говорят, когда чего-то не хочется делать, и очень плохо, и вот и поручение чего-то не хочется выполнять. Посмотрите на небо. Происходит какая-то перезагрузка, может, потому что вы общаетесь с Богом, может, с ангелами своими, которые дают силы, дают возможность, энергию выполнять то, что надо выполнять сегодня. А вот когда человек преодолевает вот «я не хочу» и добивается того, чего надо, получает огромное удовлетворение от того, что он все сделал правильно. Поэтому я хочу, чтобы почаще смотрели на небо, чтобы всегда имели веру в себя, в свои силы, в своих руководителей, чтобы всегда имели любовь к людям, ради которых вы это делаете, к родным, близким, соседям, к стране, в конце концов, своей. И всегда имели надежду, надежду, что все вам по силам. С праздником! Подяка от старшини Лидского райвыканкама и старшини районного совета депутатов, фотоальбом «Лида подороже у часе», кветки и фотоздымки. Это не все, что отримали запрошенные на урочистый прием. У памяти кожного застанется масса становчих эмоций, якія дала сустреча с керавництвом района и коллегами.
Спасибо большое всем организаторам сегодняшнего праздника. Встреча была интересная, замечательная. И, конечно, очень важно, что тружеников села не забывают. Наш профессиональный праздник. Конечно, хочется всех поздравить с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, настроения, исполнения желаний, чтобы у всех все ладилось, получалось на работе, дома, во всех своих делах. Ну и, конечно, хочется поблагодарить наши профсоюзы. В этом году наших работников, нашего хозяйства неоднократно чествовали профсоюзы разного уровня. И республиканский профсоюз работников АПК, и областная организация за лучшие показатели, за лучшую работу. И также очень приятно, что наши работники, операторы машиноотдаения, которые заняли первое место в областных соревнованиях, поедут в Гродно на награждение. Мы гордимся нашими передовиками и хотим пожелать всего хорошего. То, что нас собрали, это, конечно, сплочает коллектив. И огромное спасибо председателю, исполкому, всему руководству за то, что нас собрали. Хочется поздравить всех с этим таким замечательным праздником. Пожелать, конечно же, крепкого здоровья, успехов в работе, чтобы в семьях у них было тепло, добро, уют, чтобы они на работу ходили, поскольку это профессиональный праздник, с удовольствием и, конечно, достойных зарплат. Святочный настрой, запрошенным на урочистый прием работникам сельской господарки и перепрацовочной промысловости, створали творчие коллективы Литчины. Спевали от души, за что и отримливали аплодисменты.